И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в обалденный файт Сайо, так как вам очень нравится, поэтому продолжаем проходить его дальше и посмотрим сегодня новые эволюции. Конкретно больше всего в комментариях меня попросили в прошлой серии, чтобы я попробовал знать, что сделать. Я попробовал взять себе новый класс лучника, который максимально дальнобойный, и попытался за него поиграть. Поэтому сегодня попробуем его эволюцию. Так, что-то я тут это опять стреляюсь неправильно, бегу на врагов на таран, хотя знаю, что я могу стоять на месте и отстреливаться, но это... Знаете, что-то я как-то это... Я думаю, что я его быстрее завалю, мне лениво просто на самом деле делать. Так, этот лазером стреляет, но не лазером, а этим дальнобойным луком как раз. И вот эта прокачка, вот этот вот супер лук, который может стрелять на реально огромные расстояния. Снайперский лук. Единственное его минус, что он, конечно... Так, сейчас быстренько экспу заберу. Единственное его минус, что он, конечно, это... Очень медленно стреляет, но, опять же, возможность стрелять на огромные расстояния тоже очень клевая, плюс огромный дэмэдж получается. Я просто за один выстрел сношу очень много, столько ни один, пока у меня другой персонаж не сносил за один выстрел. И думаю, следующую серию попробуем с вами эту эволюцию Росомахи, потому что тоже довольно много просил ее, это конкретно, который с двумя когтями чувачок ходит. Очень интересная эволюция, по крайней мере, большинство на ней бегают, потому что, видимо, она очень мощная. Я тоже хочу ее попробовать, поэтому попробуем потом обязательно, если, конечно, вы поддержите всю эту тему лайком, если вам нравится, хочется видеть только чаще и больше данный контент. Так, черт, сейчас попаду. Так, и надо забрать оранжевую вкусняшку, пока она не испарилась. Так, оп. О, теперь снова удар валим. Клево. Так, пяу, пяу. Вот, пошла жара. Сейчас прокачаемся более-менее до какого-то левела и будем тестить, насколько же клево в PvP сражаться конкретно за данного персонажа. Так, пятый левел, так, пау, пау. Ну, пока что мне очень нравится прям, знаете, с ваншота практически монстров убивать. Также можно драться с какими-нибудь боссами очень халявно, как по мне. Ну, на данный момент мне этот класс больше всех доставляет, всех, что у меня был за все время пока что. Но вот конкретно в PvP я не знаю. В PvP, мне кажется, я буду довольно сильно мазать. Ну, посмотрим... По мере процесса, как оно будет. Вообще, просто надо побольше навыка. Конкретно я еще не настолько сильно развился, чтобы прямо всех пинать идеально. Поэтому это только вопрос времени. Потом научимся, будем вообще не давать противникам к себе подходить и всех, конечно же, убивать. И выберем для себя самый крутой класс. Я, как я говорю, каждая серия у нас будет выходить по новому классу. Будем их рассматривать, как в PvP идут, как в прокачке, насколько все это клево, такс. И вот этот товарищ будет наш. Но это, как я понимаю, бот, и потому что он сделал очень странные вещи. Это всего лишь бот, потому что Fight Sayo называется, полагаю. Так, ну ладно, боты так боты. В любом случае приятнее, когда они есть, чем их нет. Потому что бывают некоторые игрушки совсем без ботов. И типа, а хочется игрушку опробовать. Но хотя бы боты помогают в этом деле. Поэтому ничего против ботов не имею. Хотя, если в игру только боты играют, то это, наверное, плохая игра. Либо еще недостаточно известная, как вариант. Так, погнали, погнали, погнали. Текс. Ау, уже оранжевые огненные стрелы летят. Погнали тогда в локацию покруче. Там как раз побыстрее с вами апнемся. Так, вот на волчарах можно. Так, я их почти, кстати, ваншотаю, но все же опять не хватает урона еще. Так. Фига там горохом стреляет, товарищ. Так. Надо 8-й левел, как раз немножко не хватает, чтобы в итоге сразу апнуться. Так, слышь ты. Вот это урон! Просто жесть. Если раскачаться на максимум, то можно вообще просто ваншотать врагов, если грамотно в них попасть. Так, почти 8-й левел. Если будет 8-й, то я уже точно буду всех с одного выстрела убивать. Так. На. На. Так, и вот здесь самое важное. Yes! Так, огр, отстань. Ой, не-не-не-не-не-не. Вот с этим я не хочу. Так, огр, спасибо, блин, что меня чуть не кокнул. Надо быстренько валить отсюда и быстро кого-то застрелить по пути, потому что если я сейчас никого не застрелю, то будет очень неприятная ситуация. Так, ну давай, давай, что будем драться, я теперь буду хотя бы как-то отстрелить. Нет, 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 нет. Ах, отлично, выкрутился, успел. Красный лук уже, эпично. Да, очень нравится мне этот класс, пока что для меня он самый офигенный, я прям очень наслаждаюсь игрой за этот класс. Так. Прямо чувствуется, что я могу убивать. Это очень приятное ощущение, на остальных классах такого еще не было. Так, просто враг попадается, один выстрел и готов. Ну не знаю, если за него грамотно играть, то... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, самое главное в него попадать. 12 левела, ребята, просто 12 левела завалил. Я боженька, ё-моё, и я на втором месте. Просто на втором месте, 10 уровня прокачались. Уже почти 11, ребята, я левел. У меня уже аура какая-то появилась, синий лук. Я просто офигеть как раскачался. Так,
Рекордная раскачка, что еще могу сказать. Так, пиу-пиу. И до 11 левела вот сами. Ого, какая стрела огромная. Просто посмотрите на размер стрелы. Офигеть просто, офигенно. Мне очень нравится, единственное, что с мобов практически не получаю никакой прокачки. Надо именно валить мощных игроков каких-нибудь, и с них уже основная экспа пойдет. Так, ух ты. Так, надо просто попасть. Просто попасть. Да серьезно, что ли? Так, сейчас, погодите. На, все, готов. Так, где там еще? На. Да ладно, давай, ну, буквально чуть-чуть. Ай. Серьезно, если бы, кстати, сейчас развернулся и стрелял у него, ему было бы очень не круто. Вот совсем прям не круто. Ух ты, бот, бот, стой. Бот, я хочу тебя убить. Так, бот самый неуловимый чувак. Просто он читает все наперед. Он знает все в этой игре. Так, даже куда вы стреляетесь и смотрит в будущее. На каждом повороте знает, куда вы определенно идете. Так, ух ты, блин. Даже рифмакать получилось. И... так, блин, ну вот сразу благодаря тому, что вот каждый класс мы отдельно пробуем, то можно понять, насколько реально он крут в PvP и во всем остальном. А, мне нравится эта тема. Так, дракошки, да. Кстати, с дракошками нормально не воевал ни разу. Так, ух ты, бот 9 левела, стой! Бот, стой! Бот, стой! Врежься в кого-нибудь, пожалуйста! Грёбаный бот, блин. Все обломал, такой халявный был, а? Халявнейший просто. Так, о, еще один халявный бот. Так, ну это вообще ваншотом должны забрать, если я попаду. Да, блин, еще... Это чувак, по-моему, что-то слишком хорошо играет бот. Так, вокруг камни мантит даже, что-то не верю. Наверное, чувак просто не указал ник. Так, ух ты. Вот это пространство для файта. Стоп, в смысле? Это был лак? Да, это был лак. Вот он, КЛ, стоп, это КЛ. Я говорю, что если будет приставка КЛ, то... или КР, то я не трогаю. Это мы как бы в одной команде. А, и привет этому чуваку, только я, блин, не успел посмотреть его ник, увидел, что КЛ. Блин, короче, товарищ, тебе респектос, приветос. А, вот он, Даркер, ЦЛ, вот, вижу, все. Так, блин, не-не-не-не-не, да-да-да-да-да, попади давай. Ох, отлично, так, великолепно, почти у нас 12 левел, хочу посмотреть, что будет уже на 12-м. А, этого товарища я трогать не буду, если он, конечно, сам на меня не пойдет. Только правильнее будет все же КР, а не КЛ, потому что я неправильно сначала сказал, говорил какой-то КЛ, потом, ну типа кристалл, знаете, окончание, думаю, блин, какой, типа это странно, лучше КР, так понятнее будет, первые две буквы. Потом такой сижу, блин, ну вот мне идея в голову приходит, называть все не своими именами, вот. Ребята, если кто не понял, в комментариях писать не надо КР, это именно в игре я передаю привет, если кто-то попадется, я знаю, что это свои, как видите, не трогаю. Единственное, чуть я его чуть не завалил, надеюсь, что я ему не сильно обломал, ничего, надеюсь, вообще ему не обломал, точнее сказать, не очень бы хотелось. Так, надеюсь, что это, конечно, не совпадение, что он такой чувак. Так, на, готов. Ну, опять же, мне это толком ничего не дает, мне нужны именно большие монстры, большие драконы вот эти вот. Так, 12 левел давайте. Давайте. Интересно, какой максимальный вообще левел будет у нас? Да, какого можно вообще здесь прокачаться? Хотя, кто, если кто прокачивал за самым максимум, можете написать в комментариях. Я хотя буду знать, как, до какой цели, например, не стремиться. Так. Ну, наверное, если победить какого-нибудь босса, то можно получить просто безумное количество поинтов. Надо 12 левел, блин, добрать. Потому что с 12 левела урон достаточно неплохо вырастет. Так, не бейте, ничего не знаю. Я его не убивал, вы сами видели. И мои руки чисты, я только ему попку подровнял и все. Я ему ничего не сделал. Так, 12 левел, давай. Вот, кабанчик, все, последний 12 левел, ребята. Вот эта стрела фиолетовая. Обожаю фиолетовый цвет, ух ты. Давай, кашу, кашу убью. Ух ты, так. Неплохо, 20%, правда, всего дали, но и то прикольно. Так, не бейте, иди сюда, бедолага. Ладно, окей, просто по шансу я его не убил. В следующий раз попадется чувачок, я не буду его трогать. Хотя какая, блин, разница на самом деле. Он бы меня бил, если бы я вдруг подбежал, и у меня было бы мало жизней. Просто такие, типа, пишут, не бейте, а сами всех бьют, да? Это как-то вот неправильно, я считаю. Поэтому вот, ух ты. Так, это либо бот, либо чувак. Но у меня такое подозрение... Блин! Здорово, 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 кристалл! Сорян, что подстрелил, я не увидел сразу ник. Ну вот. Блин, я сначала, короче, это я вам так приветы посылаю, вот. Я любя стреляю, я как Купидон. Если бы я его убил, правда, было бы очень грустно. Я потом очень-очень сильно... Не бейте КРСЛ. А, ну все, окей. Это тогда можно. Текс, идь.
А вот этого, от этого мы застрелим. Так, блин, он резис получил на один выстрел. Так, да господи, опять обломался. Сколько у меня? У меня 47% уже прокачки. Я не знаю, можно сходить попытаться с боссом что-нибудь. Так, Тима, стой, Тима, дай тебя выстрелю, Тима. Блин, эх, Тима обломщик. Ух, ебой. Так, а кто с ним воевал? Вопрос такой. Вопрос очень меня интересующий. Так, ого, вижу кто-то. Так, опять Даркер. Так, Даркера мы не трогаем. Так, если будет, не будет. Так, привет. Даркер. Так, что, погнали куда-нибудь? Ух ты. О, отлично. Вот это мне нравится. Вот ради этого и надо было делать, Ники. Так, тихо. Если ты будешь бить меня, то я развернусь и убью. Так. Вот там. Там каша. Каша злой. Каша расстроился, его столько раз застрелили. Ну извини, каша, бывает, да, такое. Так, главное, чтобы в какие-то моменты это слишком не переборщилось с количеством кэра, то придется в некоторые моменты какой-нибудь другой ник придумывать себе. Если меня слишком будут сильно убивать, но в основном вот. Мы на первое место, ребята, вышли. Первое место! Это первый раз такое получилось, это очень круто. А я этому нереально рад. Но я хочу 13-й левел и пойти попробовать пострелять в здорового монстра, посмотреть, насколько... Что я могу вообще с ним сделать такого, скажем. Так, Даркер снова здесь. Так, этого валим. Так, осталось буквально ничего. Нужно встретить какого-нибудь чувака и... О, каша, иди сюда, каша. Каша. Ах ты, каша злая. Так, на. Все, нефиг каша бычить. Злая каша. Зеленые стрелы уже. Ядрить, колотить. Так, ну чё, погнали сходим до босса, посмотрим, что там. В принципе, я сейчас вообще любого буду ваншотить, если мне попадется любой чувак, и ему будет очень больно. Просто я слишком мощный уже на 13 левеле на данном... Ты серьезно? Ты в меня реально выстрелил? Я вообще-то думал его пощадить, ну ладно. С тем чуваком, понятно, 11 левела был, он мог со мной тягаться, а этот нет. Я маленьких не особо буду обижать, просто если, типа, попадется кто-нибудь. Ну, вообще, я буду обижать всех, кроме тех, у кого приставочка, понятное дело. Та самая волшебная. ЦЛ или КР? Ну, лучше КР, так понятнее, а то это ЦЛ, оно путает. Поэтому так. Ой, стоп. Здорово, бот. Так, блин, ну бесит, что у них какой-то резист срабатывает от слишком большого урона. Но это, как бы, понятно, баланс идет. А то я, если бы всех убивал с одного выстрела, это будет дико странно было бы. Так, минус бот. Так, черепаха. Так, очень мощный реген жизни. Понятно, кайтом ее нельзя убить, слишком высокая регенерация. Это не прокатит. Ладно, погнали тогда куда-нибудь еще. Вернемся в драконью локацию, нужно встретить игроков помощнее. Самый жесткий это на втором месте, и также короля надо найти нам. XUI, чувачка зовут, конечно. Именно такой у него ник. Нам надо его одолеть, его где-то надо встретить. Но я без понятия, где он там прячется, хотя смотрите. О, король! Минус король. Отлично. Все, нашли с вами короля. Офигеть, я уже практически с одного выстрела валю. Так, не знаю, там кто отстреливался. Наверное, Даркер там сидит. Хотя Даркер его что-то сильно опустили по уровню. Походу, кто-то его одолел. Ух ты, Дэн. Дэн. Иди сюда. Дай попаду-ка я в тебя. Так, ну я примерно понимаю, как он пытается мансить от меня, и поэтому не сработает он влево-вправо. Надо быть хотя бы неочевидным в своих действиях. Так, спасибо кабанчику, он как раз подтолкнул в нужную сторону. Кстати, мы уже почти с вами 14 левела. Надо докачаться, посмотреть. Мне кажется, финальный уровень будет 15 какой-нибудь. Так, о, каша! Так, тихо. Ах, все, готово. Так-с. Вот это было напряженненько. Это было напряженненько, ребят. Так, кш, сюда. Это мои какашечки экспы. Так, где у нас еще дракон. Мне еще один ракушка нужен. Оп, ой. Случайно, я не видел. Голубой же лук у нас получается. Кристальный прям. Прям мой цвет. По-моему, это просто обалденно. Сколько я снесу, интересно, урона? Хотелось бы кого-нибудь подстрелить. 15 левел, конечно, докачаться это такое, но... А может, это мне попадется? Ух ты, вот это ему было больно. Вот это реально было больно. Так, ну ладно, я застрял в камне, поэтому я уже ничего не сделал. Я уже огромных этих монстров просто практически с одного выстрела убиваю. Настолько мощно мы с вами раскачались.
Так, ну до 15 левела дожать, конечно, просто так раскачкой, это реально фармёжка будет жесткая. Но, в принципе, можно попытаться. Можно попытаться докачаться следующего до 15-го, но нужно с кем-то воевать. По крайней мере, но пока что не с кем не воевать не получается. Да и в целом, я думаю, уже все равно закончить данный ролик. А попробовать раскачку уже на другом персонаже сделать. Так, Даркер у нас здесь, мы Даркера не трогаем. Так, ну, в принципе, я могу Даркеру потом отдаться, если что. Кстати, было бы забавно, если бы сейчас начал меня резко пулять. Вот это было бы, вот это была бы подстава просто, знаете, я потом так бы грустил. О, Каша, здорово. Мы с тобой уже столько раз общались. Спасибо за экспу. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Если вам было интересно, если было интересно, ставьте лайк. Будет много лайков, будем с вами играть еще в Fights.io. Поэтому все в ваших руках. Всем нравится, то следующий попробуем ролик уже поиграться, наверное, за Росомаху. Хотя посмотрим, как по настроению будет, кого я все же выберу. Каша, стой! Каша, каша, каша! Я люблю кашу! Иди сюда! Кашка, кашка! Эх, убежал какашка. Так, ладно. В общем, да. Лайки, подписки не забываем. А, это лава? Серьезно? Первый раз зашел в нее. Да, лайки, подписки не забываем, заходите на мой второй канал, нажимайте так на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. И что ж еще я для вас хотел сказать? Что же я еще хотел для вас сказать? Ну, в общем, главное, колокольчик нажимайте, подписывайтесь на второй канал, лайки не забываем, и все будет у нас с вами круто, все будет у нас с вами волшебно. Все будет работать как часы тогда. Я буду сразу знать все, что нужно. Так. А, блин! Ну ладно, для конца как раз самое то. Я все равно хотел отдать экспу Даркеру. Так что, окей, 48 тысяч очков, рекорд. Ладно, ребята, всем удачи, всем пока. Скоро с вами снова увидимся.